Такой красивый портретный набор пастелей у меня теперь есть. Мелочки в индивидуальной упаковке с информацией о пигменте и специальными надрезами для удобства. Ложатся они, конечно, как масло, как помадки для губ. Посмотрите, какие красивые переходы получаются как на абразиве, так и на обычной пастельной бумаге. И, конечно, палитра идеальна для портретов. Я уже их тестировала и на работах для заказчиков, и просто для себя рисовала. Показали они себя прекрасно. Заказать такой набор можно в магазине «Передвижник».